кафедры журналистики Купаловского университета празднует очень важную, очень красивую дату – 15-летие со дня основания. К этому дню рождения кафедра пришла с очень таким сплоченным коллективом профессионалов. Для нас очень важно, что 15 лет назад были заложены основы медиаобразования в регионе. И на протяжении этих 15 лет мы работаем для того, чтобы регион, республика получали профессиональных, влюбленных в свое дело специалистов, которые каждый день работают для того, чтобы укреплять информационное пространство региона. В 2008 году была создана кафедра журналистики, и она была создана таким дружным коллективом теоретиков и практиков. Часть преподавательского коллектива составляли работники филологического факультета, а именно кафедры русского языка, а часть были практики, которые вот решили поделиться своим опытом и не побоялись прийти в студенческие аудитории. Мы с кафедрой журналистики очень плотно взаимодействуем по различным направлениям. У нас создан инновационный медийный кластер, в рамках которого мы готовим наши профессиональные журналистские кадры, проводим переподготовку. И особенно последние годы наметились вот такие хорошие тенденции плотного взаимодействия по различным направлениям. Кафедра журналистики – это не просто дом даже, не просто место, где тебе всегда рады. Это, по сути, кладезь уникальных знаний, которые ты получаешь, даже находясь за пределами этого дома. Потому что так или иначе, находясь в этом городе и даже за его пределами, все пути неизменно ведут в Альма-Матер. Так или иначе мы сотрудничаем, так или иначе мы соприкасаемся, чему, конечно, я очень рада.